Привет! Мы находимся в лакшери-резорте Калиста. И мы сегодня здесь на пляже попробуем провести целый день, а может быть даже целых 24 часа. До того, как пляж закроется. Ну, может, нас попросят отсюда. Извините, идите спать в номер. Для начала мы вас ознакомим с локацией. Итак, у нас есть своя личная кабана, так как мы живем на вилле. У нас есть пляж шикарный. У нас есть свой пирс. Это для людей, которые живут на вилле. Но они еще сейчас завтракают в ресторане, сидят в кабанах. И туда обычно никто не приходит. Поэтому целый день проведу там я, на пирсе. Один. А я в король. Кабане. А я там где? А тебя закопаем в песке. Не понял. Да-да, в песочке. Там можно выкопать себе ямку, закопаться и лежать, загорать. А пить как? А есть что? Тут столько персонала, принесу тебе и попить, и поесть, даже шашлык пожарят, если хочешь. А я буду целый день жить в кабане. У меня там all inclusive. Конечно, красиво жить не запретишь. Но мне кажется, у меня покруче, у меня целый личный пирс. А у меня что? У тебя, Макс, тут целый пляж, можно построить целый замок. Да что тут замок, целый город перестрой. Нашли строителя, хоть лопату дайте. У меня можешь взять одну кабане, только одну. Окей, молодежь, я вас оставляю и иду тусить на свой личный пирс. Ага, а я иду в мою кабану. А я на пирс. Эй, а лопату? Пошли, дам тебе. О, я сегодня король пирса, у меня свой пирс. Хочу, лежу вот так на солнышке. Хочу, иду под зонтик. Вот так. Могу позвать официанта. Официант, мне, пожалуйста, мороженое и колу. Самое вкусное и быстро. Ладно, ладно, я пошутил. Позже принесете. Я пока тут поисследую, что тут есть еще. На моем личном пирсе. Мне, может, что, флаг опустить? А, нет, не буду я этим заниматься. Поплавать пойти, что ли? У меня есть свой личный спуск в море. Ох, люблю я отдыхать на лакшери. А что же мне делать тут целый день одному, а? Ну, есть переодевалка, могу пойти переодеться. Могу пойти душ принять. А что дальше? Официант! Так, пока ко мне идет официант. О, я же сумку с собой взял. Сейчас там в ней что-то и найду. Итак, что там у меня есть? Честно, даже не помню, что я там брал с собой. Итак, у меня есть такая сладкая вата. Очень вкусная. Есть попкорнчик. Кислый, правда, но что-то новенькое. С мороженым пойдет. Есть чипсики. Есть водичка. И все. Зачем мне ведерко здесь? Для мороженого? Это, наверное, Максу надо отдать. Эй, Макс, ты где там? Так, Макс, даю тебе только одну лопатку. В твоей щедрости я не сомневался. Все, брысь. Кабана моя. На целый день. У-у-у. Ладно, спасибо хоть за это. Иду я закапываться. Итак, все добро пожаловать в мою кабану. Она огроменная. Еще у меня есть два отдельных топчина. И все мое на сегодня. Так, сейчас вам покажу, чем тут можно заниматься. На входе к кабану у меня есть свой собственный локер. Пока купаешься, вещи в сохранности. Дальше свой личный холодильник. Он тут. И что в нем есть? Посмотрите. Все такое холодненькое. Классно. Кстати, да, тут у нас есть еще фруктики. Это сливы, виноград, ананас, киви, арбуз, клубника и апельсинка. Короче, голодной не останусь. А, точно, тут еще есть чипсики и орешки. Тарелочки, конечно. Я ж на лакшери-резорте. Так, с чего же я начну свой отдых? Для начала спрячемся в холодочек. Спасибо, Макс. Ты мне оставил свой планшет. Оу, точно. Я не знаю его пароль. Ладно. Слушайте, у меня есть идейка. Я могу музыку послушать. Смотрите, как. It's all right. Little darling. Подумаешь, я сейчас классный домик построю. Классное местечко. Прям по центру пляжа. Ха-ха. Ну что, приступим. Хорошо хоть легко копается. О, ракушечка. На-на-на. Надеюсь, сюда хоть водички принесут. А то я сварюсь. Ладно, некогда баловаться. Продолжаем копать. Пришел мой личный ассистент, я ему сказал поубираться. А то как-то много топчинов здесь. Надо немножко порядок привести, чтобы для меня было комфортно, для одного. Эй, официант! Мне, пожалуйста, напиток какой-то освежающий. Ну,
как для короля этого пирса. Что-то искупнуться, что ли? О, Макс копает. Классно ему. Зато у него целый пляж, а у меня целый пирс. Ой, даже свой личный душ. Макс, ты искупнуться у меня не хочешь? Ого, у него территория. Больше, чем мой пир. Так нечестно. А ну-ка, пойду-ка я покричу ему там, пока мой напиток несут. Макс, тебе там не жарко, а мне сейчас напиток принесут. Некогда мне ваши напитки пить. Я дом строю. Ну и ладно. Вот немного осталось. Жарковато так. Эх, Макс, Макс, а классный у меня пирс, правда? А? Так, время позагорать. Благо, есть свой личный топчан. Какое солнце. Ой, что-то мне пить хочется. А, у меня целый ассортимент напитков есть. Возьму-ка я вот это, фанту. О, прохлажусь. Ой, yes. Отлично. О, мой официант. О, мохито, как я люблю. Спасибо. А остальное вот этому мальчику в песок отнесите, пожалуйста. Итак, примеряемся. О, класс. И закат. Thank you. Даже напитки мне принесли. Прям в песок. Вот это лакши. Так я еще не отдыхал. Смотри, он действительно Максу на пляж напиток понес. Я прикольнулся вообще-то. Можно так и пожить. В следующий раз мороженое закажу. Макс, что там тебе? Прохладительные напитки принесли? Это я заказал. Спасибо, но я мог сам заказать. Я же в Калисте. Для тебя старался. Некогда мне с тобой трещать. Закапываться надо. Ну тебя, иду я. Нелегкое это дело. Фух, жарко тут. Пойду-ка я поваляюсь на диване. А то тут что-то солнышко сидит. И посплю немножко в холодочке. Все, красота. Да, на природе спится хорошо. Эй, официант, не беспокоить. До конца рабочего дня не беспокоить. Все, do not disturb. Я все сказал. Вот это жарень. Дом готов. Целый день, конечно, тут не просидишь. Надо потом в море пойти. А то я тут совсем сварюсь. Хотя бы официант воду приносит. Хоть на этом спасибо. Не, пойду я покупаюсь. Домик хорошо, но охладиться надо. Ох, как это непросто. Камон. Пойду в море искупаюсь. Официант! Официант! А где? Что, уже время закончилось рабочее? Иу, то уже все разошлись по домам, ужинать пора. А я что тут сижу? Эй, а ночевать как? Я ж тут ночевать хотел. А что, на лакшери-курортах на пляжах не спят и на пирсах, не? Эх, ладно. Пойду я тогда искупнусь, заберу Катю, Макса и пойдем домой, на виллу. А, кстати, на вилле что есть топчаны, я могу там поспать целую ночь, и там меня уже никто не попросит выйти. Ха, все, идея! Пойду-ка я искупаюсь. Эй, я не понял, а ты что там делаешь? Как что? Я искупаться хочу, ты здесь в песке. Целый день надо было сидеть в песке, а не купаться. А ты чего не целый день на пирсе? А потому что. А потому что официанты уже не работают. Рабочий день у них закончился, оказывается. Смотри уже, 6 часов вечера, спят одни. Люди уже по домам расходятся, а мы еще тут сидим. Мы на отдыхе. Классно, это у Кати в кабане. Там и фрукты, и холодильник, и рабочий день не заканчивается. Как не заканчивается? Кабаны тоже уже складывают. Складывают? А как же, а ночевать где мы будем? Наверное, будем ночевать на вилле. Ну ладно, пошли тогда поплаваем и на виллу. А в ресторан пойдем? И в бассейн. Точно, а сейчас давай купаться. А, хорошо, вот это лухари.
Не то, что целый день в песке лежать. Мне тут коктейль принесли. И мороженка. Вот прям лакшери-лакшери. Попробуем прежде коктейль. Такой вкусный. Ананасовый. Синий. Какой же выбрать мороженка? Ту хочу. И вот это бы попробовала. Очень вкусно. Со вкусом маршмеллоу. В общем, мне можно оба. Лакшери. Так, лакшери. Что? Я не поняла. Это мы что, целый день на пляже? Это ж сколько я спала. Все закрылось. А мальчики? Где мальчики? Надо их поискать. Сейчас поедим, потом развалимся. Будем спать. О, а ты что здесь делаешь? А куда это вы забрались? А что, не чешется? Ладно, потом зачешется. А я уже подумала, все пропали. Короче, у меня есть идея. Какая? Слушайте, а может мы все в моей кабане переночуем? И мне веселее будет. О, а это идея? Всем место будет. И комфортно. Ну где там твоя кабана? Показывай. Добро пожаловать. О, вот это нормальная тема. Так тут всем места хватит. О. Круто. Так. Чур, я здесь сплю. Кстати, а вы знаете, у меня для вас гостинцы есть. О! Гостинцы мы любим. Я знаю, ты любишь кислое, это тебе. Спасибо. Ты любишь сладкое, это тебе. Yeah. А остальное мне. Я, правда, не успел попробовать то, что я вам дал. Да ладно, я себе еще куплю. Ну что, располагаемся, отдыхаем и ложимся спать уже. Мальчики, я первое выбираю место. И это вот тут, посерединке. И этот столик себе тоже подвину. О, отличненько, удобненько. О, еще лучше. Как раз твой размер. А я тогда здесь. Ух ты, первый раз в жизни кровать на метр длиннее, чем я. А что, так бывает? Окей, тогда я буду здесь. А комары тут будут? Не будут. А знаешь почему? Потому что я сейчас все сделаю. Я сетки москитные натяну. Первая потянулась. И вторая. Третья. И наш домик, наша кабана превращается в домик со стенами. Все. Всем спокойной ночи. Слушай, даже очень круто получилось. А? О, слушайте, а мне это уже нравится, уютненько. И вы знаете, настоящих 24 часа на пляже. Солнце уже садится. Ха! Короче, засыпаем под дискотеку. Это что, мы всю ночь будем танцевать на пляже? Да нет, дискотека до 11 только, а там будет тишина. Главное, чтобы комары не кусались. Кислота! Как ты ее ешь, я не знаю. Вот эта еда. С сыром и чесноком вкуснее. Ну что, мы можем говорить зрителям, что мы молодцы? Что можно ставить лайки? За то, что Макс целый день в песке вот копырсался, там даже нос сгорел. И попа от песка чешется. И я молодец, я на пирсе тоже там был Робинзоном Крузо. А я была лакшери. Лайки. Лакшери быть несложно. Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Слушай, а что если к нам ночью кто-то придет? Что, охранник разве что? А мне реально нравится Калиста. И кабаны крутые. Все, короче, всем спать, тишина. Я надеюсь, нам хоть завтрак сюда принесут. Это же кабана, не вилла. А ты знаешь, может быть. Ага, да. Там есть маленький бар там. Просто, наверное, никто до нас завтрак сюда не заказывал. Это ж мы вечно как, ну, немножко, как дикари. Очень много. Не, вообще мы любим лухари. Это вкусно. Лухари не только вкусно. Ага.